В канун, вернее, Великого Дня Победы разрешите от лица руководства, от коллектива клуба «Слава Пилаев» поздравить вас всех с наступающим этим знаменательным днем, пожелать вам бодрости духа, хорошего настроения вам, и чтобы все у вас было замечательно. С праздником, с наступающим вас праздником. Людмила Васильевна, скажите, пожалуйста, как вам праздник, вот когда так с друзьями встречаетесь здесь, во Дворце спорта? Прекрасно, и я очень рада. Я жду всегда этот день. На 9 мая как вы его отмечаете, и что для вас значит этот праздник? Для меня этот праздник такой. Когда объявили конец войны, я уже была в то время в Германии, городок Рослау-Дессау. И вдруг эсэсовцы подожгли подъезд, где спали наши ребята, должны утром уйти в Россию. Так шли ребята, вы знаете, больно было. У нас коленки все в крови, а у них стопы, они горели. Для меня это больно, я никак не могу это забыть.